мире страна, где мы просто дети, где жизнь только сказка, но все в ней всерьез. Там маленький принц на чудесной планете любуется самый прекрасный из роз. Скульптура маленького принца появилась на Чебоксарском Арбате. Необычный дизайн памятника придумала Анастасия Соколова. Воплотил идею ее папа Дмитрий Соколов. Что вполне ожидаемо, творчество Экзюпери одинаково близко и детям, и взрослым. Ну, меня выбрали, чтобы я открыла этот памятник, сняла с него ленту. Мне это показалось безумной честью. Я очень рада, что в нашем городе появился еще один красивый памятник, который не является лишним благодаря нему. О нашем городе узнают еще многие посторонние, и это будет еще один объект для многих экскурсий и еще одна изюминка нашего города. Мне это произведение очень нравится, и я рад, что маленький принц будет жить в нашем городе Чебоксары. Действительно, для нас очень отрадно, что в нашем городе появился памятник маленькому принцу. На сегодняшний день он уже установлен во многих городах, это как и в Тбилиси, в Казани, Санкт-Петербурге, и сейчас есть у нас. Мы надеемся, что скульптура маленькому принцу станет местом притяжения горожан и гостей столицы. Появление маленького принца в столице Чувашии – событие не просто радостное, но и символичное. Ведь произведение переведено на 143 языка мира. Более того, в прошлом году, где-то в ноябре, перевели это произведение на чувашский язык. Это уже, да, знаменательно. Уже запланировано в следующем году проводить у памятника летние чтения.